Номер знаходиться не в плохой формі. Являється собаку середнього росту. То же саме і у дітей. Длина корпусу повинна бути більшою. Наблюдається определенні розмаки, підписи сухи, закон речний. Кабіни не дуже високого класу. Некоторые сухи. Лучше кабіни. В целом група. Да. В целом група середнього уровня. Я тебе скажу. Там які ухо. Конечно, основная здесь проблема – это общая. Разнотипность и вот короткая. Там еще третий брат был, Курба и Хора. Очень красивый. На стадионе у каждой собаки проверяют решение. У каждой собаки. Да. И они не знали, что будут проверять. И очень высокая сущность. Проверяется. Квадратные все, разнотипность большая. Третий. Хендлеры в этой группе тоже не самые. А вот так делают. Ну вот разве что. Но надо поближе присмотреться. Это не около плохого зрения. Да, я вижу да очень плохо. Смотрит. Не, Попов. Вы сами посмотрите. Серега, ты мне комментируешь. Не, я вижу, что контуры вроде ничего, но... Надо на... Чем? На 3 размера больше мину. Надо на предмет свежести рассмотреть. Может, не светит. Серега, я бинокль в этот раз не взял. Вот. Серега тоже он возил. Я до сих пор спрашиваю. Серега, Es werden insgesamt 24 Tiere vorgestellt, 11 Rüden und 13 Hündinnen. Heute ist sehr ausgeglichen, allerdings.